привет! Меня зовут Дарина, и это канал Дарина Свит. Сегодня у нас очередное новогоднее видео. Признавайтесь, вы уже всем купили подарочки. А своим лохматым хвостиком вы подобрали подарок? Да, сейчас вы скажете, что покупать подарок собаке, она же не человек, зачем ей подарки? Но согласитесь, ведь Новый год — это такой добрый праздник, и приятно порадовать всех вокруг, даже своих питомцев. Тем более, что сделать это очень-очень просто. Вы можете не относиться серьезно к этому ролику, но сегодня я расскажу вам идеи сюрпризов, подарков и просто приятностей, которые вы можете презентовать своей собаке к Новому году. Поехали! Если у вашей собаки по какой-то причине до сих пор еще нет именного кулона, то Новый год – прекрасный повод сделать ей такой подарок. Надеюсь, это ей как раз. Этот подарок будет не только красивым, но и очень ценным и полезным. Если на подвеске выгравированы домашний адрес собаки или ваш телефон, то в случае беды пса могут вернуть домой добрые люди. Можно сделать такой адресник самостоятельно. Недавно на канале я делилась идеями, как сделать адресник своими руками. Если интересно, то ссылочка будет в описании. Новый год – отличное время для того, чтобы обновить спальное место вашей собаки. Не секрет, что свои любимые подстилки собаки буквально затирают до дыр, если можно так сказать. Сделайте ей такой подарок, купите ей новое место или сделайте его самостоятельно. Я снимала два видео на эту тему. Одна из таких подстилок вообще делается супер просто и быстро, без шитья или клея. Эта норка – любимейшая подстилка моих собак. Они обожают в нее залазить и греться, если холодно. Для норных пород это вообще находка. Действительно, в зимнее время собаке может быть холодно дома, особенно короткошерстным породам без подшерстка. И если у вас нет такой подстилки норки, то не лишним будет сделать для нее персональное одеялко. Его можно сшить из своего старого одеяла или пледа, ну или из остатков ткани. Это одеяло я сшила, когда делала вот это место. Остались отрезки ткани. Я простелила между тканью синтепон и прострочила. Собака сама накрыться не может, поэтому для нее лучше сделать карман, в который она будет забираться, когда замерзнет. Если ваша собака неравнодушна к игрушкам, подарите ей новые игрушки. Что может быть проще? А сколько радости для собаки! Мои просто обожают игрушки, всегда радостно встречают новые и играются с большим удовольствием. Просто как дети, честное слово. Я своим купила новый фрисби из любимого термопластика и мягкую игрушку. Следующий подарок довольно банальный, но эффектный. Это большая-пребольшая косточка, гораздо большего размера, чем вы обычно покупаете. Здесь важен вау-эффект. Мои бывают даже так удивляются, что не понимают, что с ней делать. Есть или охранять, или спрятать на черный день. В любом случае, это работает. И поверьте, это не оставит вашу собаку равнодушной. Припасу-ка я еще таких косточек под елочку для моей банды. Будет и им чем заняться в новогоднюю ночь. Ну и раз уж мы заговорили о вкусняшках, то самый лучший вариант – это все-таки оленьи рога. Это проверенное долгоиграющее лакомство для собак, натуральный источник множества полезных микро- и макроэлементов, необходимых организму собаки. Собаки очень хорошо грызут рога, дольше, чем другие кости. Ими невозможно испачкать ваш ковер, мебель или вещи, в отличие от других ароматных натуральных лакомств. Сколы рогов не острые, поэтому не ранят пищевод и желудок, в отличие от сколов костей. Не портятся десны и зубы, собаку не рвет щепками, как от палок, например. Сброшенные оленьи рога в природе найти очень трудно, так как многие лесные звери тоже любят их грызть. И если вы еще ни разу не угощали своего питомца оленьими рожками, то очень советую на Новый год его побаловать.
А как вам такой подарок? Его я подсмотрела в Пинтересте. Называется «Браслеты дружбы для вас и вашей собаки». Смысл в том, чтобы у вас и вашей собаки были одинаково задекорированные ошейник и браслет на руку. Это не просто аксессуар. Я бы сказала, что это символ привязанности, преданности и любви. По-моему, очень мило. В Америке их называют «Friendship Color». Можно заказать себе такой наборчик, а можно и попробовать сделать самостоятельно. Если вам понравилась такая идея, пишите в комментариях, сделать мне такой набор или нет. Следующий подарок не будет уж очень приятен вашей собаке, точнее, он вообще не будет для нее приятен, но в конечном итоге он будет самым полезным и ценным подарком, который вы можете ей дать. Отведите свою собаку на плановый осмотр к ветеринарному врачу. Как правило, на плановых визитах к врачу все мы экономим, а ведь болезнь легче предупредить, чем лечить. Подарите собаке такое обследование. Возможно, это понравится ему не так, как вкусная косточка или забавная игрушка, зато такая проверка позволит вовремя обнаружить болезнь и не запустить ее. Кто знает, вдруг этот подарок продлит собаке жизнь. И последняя идея на сегодня – это самый лучший подарок, который вы можете презентовать своему питомцу. Это день, проведенный вместе с вами. Посвятите собаке максимум своего свободного времени. Устройте долгую прогулку, почухайте ее всю, вдоволь наиграйтесь. Позвольте ей насладиться общением с вами. Если вы сможете дать собаке это, то большего ей от вас и не нужно. Если вам понравился ролик, то поддержите его лайком. Ну а я жду вас в следующем видео. Пока!